Дорогие друзья, приветствую вас в эфире нашей передачи. У нас сегодня в гостях замечательная женщина Божья, замечательная помазанница, певица, прославительница, жена мужа своего, мать детей своих, благословенная женщина Денис Реннер. Я приветствую вас во имя Иисуса. Я так рада, что сегодня вы смотрите эту программу. Думаю, что обсуждение сегодняшней темы будет вам полезно. И, конечно, у нас чудесная ведущая Лариса. У нее красивая улыбка. Замечательное время мы проведем сегодня с вами, дорогие друзья. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что мы затронем очень важную тему. И я думаю, эта тема актуальна будет для молодых людей. Или вот для одиноких людей, которые ищут партнера и хотят получить благословение через брак. Если вы хотите выйти замуж, если вы хотите жениться и сделать правильный выбор, то эта передача для вас. Вы можете ее внимательно послушать. Даже если вы уже женаты, у вас семья, у вас есть дети, и вы можете дать советы своим детям, вы тоже можете нас послушать. Итак, дорогая Денис, сегодня я хочу задать вам такой щепетильный вопрос. Мы множество писем, множество звонков получали в нашем эфире от молодых людей, которые в поисках. Как найти достойного супруга? Как найти партнера? Вот расскажите, пожалуйста, вот какие есть у вас мнения по этому вопросу? Какой есть у вас, может быть, опыт, познание? Вы уже женили 3 сыновей. И очень-очень удачно женили. И вы счастливы, вы делились об этом. И даже передачу записываете все вместе. Поделитесь, пожалуйста, я просто знаю, вот я знаю, что многие хотят счастливого брака. Люди даже начинают встречаться с партнерами быстро, не обдумывая. Вот буквально встретился чуть-чуть, глазки понравились, улыбка понравилась, фигура понравилась, и уже все, уже человек готов вступить в интимные отношения, не знаю, там до брака доходит или нет, но уже начинается катастрофа в жизни. Посоветуйте, пожалуйста, сейчас очень важно, мы понимаем важность нашего времени и важно правильно вступить. Хорошо. Лариса, прежде всего я хочу сказать, что если вы хотите вступить в брак, я хочу обратиться к слову Евангелия от Матфея, 7 глава, 24 стих. Вот какого человека вам надо искать. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Вам следует искать человека, который строит свой дом на камне. Он строит свой дом на Слове Божьем, строит свой дом на послушании Богу. Для него Слово Божие очень, очень важно. Оно центр его жизни. Вам нужен человек, который горит для Бога больше, чем вы. Особенно сейчас я обращаюсь к девушкам. Вам нужен мужчина, который будет вести вас. Вам не следует вести мужчину. Это не есть воля Божья. Муж должен оберегать вас, должен вас вести и защищать. Вам нужно искать мужчину, чья жизнь построена на камне, на принципах Слова Божьего. Лариса, мы сегодня говорили с вами, и вы упомянули о том, что люди очень поспешно вступают в брак. Люди разводятся и тут же снова вступают в брак. Они делают это быстро. Но ведь необходимо время для исцеления сердца. Не следует приходить к другому человеку и говорить: «Исцели меня, я надломленный человек и жду, что ты меня вылечишь». Ведь этого не произойдет по той причине, что это не соответствует Божьему замыслу. Божий замысел в том, что мы получили исцеление и наполнились Духом Святым, но не в том, что мы находились в зависимости и оказывали давление на мужа. Так что хочу сказать вам, до вступления в брак вы должны быть счастливым человеком, несмотря на то, что вы одиноки. Не ожидайте, что другой человек сделает вас счастливым. Это слишком большое требование. И знаете, Лариса, когда мы оказываем на своего супруга чрезмерное давление, я точно знаю, что тем самым мы обескураживаем его, потому что он терпит неудачу. Многие люди, имея опыт первичного брака, действительно получают внутреннее разрушение и пытаются на этих руинах воссоздать новый брак.
Но Слово Божье говорит нам о том, что очень важно в этом состоянии, когда сердце разбито и есть какая-то горечь, какое-то разочарование, неприятная память о предыдущем опыте брака, то есть время для восстановления, есть время исцеления, когда нужно, важно прийти к Господу, рассказать Ему о своих проблемах, о своих трудностях и найти время, потому что это требует действительно времени, процесс исцеления, он занимает время. Мы хотим, чтобы все происходило вот так, быстро, чтобы ответы получать быстро, молитвы, чтобы быстро до Господа доходили, Его ответы до нас доходили быстро. Но у нас есть очень важный инструмент, который нам Бог дал на земле, это время. И Писание говорит, люди говорят, что время лечит. И действительно, я думаю, что таким людям, если у вас был какой-то негативный опыт, вам не нужно торопиться, нужно все взвесить, пройти этот процесс восстановления и потом уже начинать строить дальнейшую свою судьбу и искать партнера. Сегодня мы говорили об одном человеке, который очень дорог мне. Эта девушка впервые вступила в брак, но у нее были очень трудные отношения с матерью. И она не перенесла всю эту боль в свой брак. Она ладила отношения с матерью. Теперь мать той девушки любит ее. Она не была идеальной матерью, но любила свою дочь. Да, она делала ошибки, но сейчас у этой девушки есть поддержка своей матери в браке, а в нем иногда бывают трудности. Если бы она не наладила отношения с матерью до вступления в брак, то у нее не было бы этой поддержки, потому что она не доверяла бы своей матери из-за прошлых обид. Она бы не имела этого. Во время подготовки к браку важно наладить отношения с другими людьми. Вы спросите, какое отношение это имеет к моей свадьбе? Я ведь не вступаю в брак с людьми, которые меня обидели. Я просто оставляю их позади и вступаю в брак с этим новым человеком. Нет. Вы переносите багаж обид из своего прошлого, если они у вас есть, то вы переносите их в этот брак. И, дорогие друзья, будут времена, когда обида в вашем сердце будет выплескиваться на вашего супруга, хотя он не имеет к ней никакого отношения. Денис, некоторые девушки звонили к нам в эфир или даже присылали какие-то записки, письма. Они говорили о том, что я хочу выйти замуж за неверующего, и я планирую, что я его приведу к Богу. Или некоторые парни, они думают, что я найду девушку, и я спасу, я расскажу ей о Боге, я приведу ее к Богу. Денис, что вы думаете по поводу таких ситуаций? Они иногда возникают среди верующих людей. Как помочь нашим братьям, нашим сестрам, чтобы они вот встали, действительно выбрали ту позицию, когда второй человек, то есть партнер, будущий партнер, действительно имел твердое основание на Боге. Что вы можете сказать по этому случаю? Необходимо иметь убежденность в том, что Слово Божье есть истина, и Библия говорит, что общего у света с тьмою? Невозможно смешать масло с водою. Невозможно совместить свет и тьму. И в конце концов, такие супруги, если не отдадут свою жизнь Христу, то они будут против того, что вы делаете. Потом появятся дети, и что тогда? Воспитывать их так, как хочет ваш неверующий супруг, на нечестивых принципах? Или на тех принципах, которые исповедуете вы, будет много конфликтов. Очень важно, чтобы, вступая в брак, вы вступили в него без багажа конфликтов. Они и так будут. Поэтому не надо еще добавлять. Библия говорит, не вступай в брак с неверующим. Не вступайте в брак с неверующими. Я знаю несколько примеров, и когда все эти девушки, которые вышли замуж за неверующих, развелись, потому что неверующий муж стал делать то, что хотел он, а не то, что хотела она. Лариса,
Обольщение заключается в том, что мы думаем, что способны исправить другого человека, что мы можем его спасти. После того, как мы поженимся, он будет ходить со мной в церковь. Я уверена, что он придет ко Христу. Нет. Есть разница между периодом свиданий и браком. В период свиданий вы для мужчины объект завоевания. Вы девушка, которую он хочет завоевать. Он хочет овладеть вашим сердцем. Когда он добивается ваших чувств, то считает, что цель достигнута, и некоторые из его приятных качеств исчезают, потому что не являлись частью его естества. Также и ваша внешность. Вы хотите быть такой и такой, и еще какой-то. Вы приятная, прекрасная девушка, которая говорит хорошие слова. Вы так счастливы, потому что вам сегодня подарили цветы, и он прислал вам записку. Вы так поглощены своими эмоциями. Но потом, после того, как вы вступили в брак, проявится и ваша внутренняя сущность. Поэтому очень важно знать того, с кем вы собираетесь вступить в брак. Мы с Ларисой уже говорили сегодня об одной поговорке. Она объясняла мне ее значение по-русски. Смысл в том, что до брака вам нужно рассматривать человека, с которым вы хотите вступить в брак, через увеличительное стекло. Вам нужно увидеть в нем все, исследовать его. Надо принять решение. Мне нужны такие качества? Этот человек очень ревнивый. Мне это надо? Следует ли мне вступать в брак с таким человеком? Или этот человек очень жадный? Мне это надо? Ну ничего, я исправлю его. Нет. Вы не исправите. Я исправлю ее. Нет, не исправите. До брака смотрите через увеличительное стекло. А после того, как вы вступили в брак, Лариса сказала, смотрите вот так. И действительно, это очень важный период, когда нужно присмотреться к человеку и не торопиться, а действительно внимательно исследовать его. И я думаю, что у верующих девушек, если или парней, очень важно, чтобы был четкий конкретный принцип. Я выхожу замуж, я женюсь на верующей, на девушке, которая имеет четкий фундамент в Боге, которая любит Бога, любит церковь, имеет смиренный характер. Или наоборот, девушка выбирает парня в том окружении или в том же убеждении, в том же мировоззрении, что она сама имеет. Это вера в Господа, это твердое основание в Боге. И я советую на это обратить очень-очень большое внимание. Денис, я могу рассказать немножечко из своей жизни, как у меня было, когда... Я просто поделюсь своим свидетельством. В моей жизни у меня был четкий принцип. Я даже... не знаю, как-то это прописалось внутри меня, Духом Святым, наверное. И у меня был принцип, я ни с кем не знакомлюсь, ни на улицах, ни в каких-то общественных местах. У меня есть принцип, я хочу иметь верующего парня, верующего мужа, верующего супруга. И когда у меня на пути встречались ситуации, я помню, как... были попытки каких-то молодых людей познакомиться со мной на улице. Один раз в транспорте молодой человек ко мне просто преследовал меня. Ну, видно было, что он нормальный, здоровый человек, интеллигентный такой на вид. И у меня был принцип. И я просто делала даже категоричные, резкие заявления, останавливая сразу же. Я говорила, нет, я не знакомлюсь. И это сразу отсекало всех ненужных элементов. И я верю, что Бог благословил меня. У меня прекрасный муж, замечательный человек. И я рада, что Бог дал мне его в мою жизнь. Я думаю, что этот принцип мне очень сильно помог. Дорогие сестры, дорогие братья, имейте какие-то принципы, христианские принципы, важные принципы в своей жизни. И это приведет вас к благословению. Говоря о том, что Денис стала говорить о том, что мы должны смотреть в оба, это действительно так. Вот на какие черты характера нужно обратить внимание, когда молодые люди встречаются, когда у них происходит свидание, встречи, они пытаются узнать друг друга, они уже чувствуют эту влюбленность,
чувствуют интерес друг к другу. Вот на что им нужно обратить внимание, на какие качества характера? Денис, можете нам поделиться с телезрителями, как вот это все увидеть? Знаете, во время свиданий вы узнаете человека, проводите с ним время. Наблюдайте за тем, как этот человек ведет себя с другими людьми. Он интересуется только собой или хочет служить другим? Он ленивый? Я обращаюсь к девушкам. Есть ли у этого мужчины работа? Вам не надо выходить замуж за человека, у которого нет работы. Вам нужно выйти замуж за человека, который хочет работать, который хочет вас обеспечивать. Одна из обязанностей мужчины — это обеспечивать вас. Мужчины, вам не нужна девушка, которая поглощена только собой. Она не хочет служить, не хочет заботиться о вас. Она очень ревнивая, строптивая. Смотрите внимательно и слушайте голос Святого Духа. Лариса, я хочу рассказать небольшую историю. До встречи с пастором Риком у меня не было никаких отношений с парнями. Просто не было. Потом мне встретился один парень. Он был приятным молодым человеком и обратил на меня внимание. Но он жил в другом штате, и поэтому мы писали друг другу письма. Наши отношения становились все ближе, и в это время Бог проговорил мне. Он сказал: «Этот мужчина не для тебя. Тебе надо сказать ему об этом». Я сказала Богу. Я сказала: «Нет, я этого не сделаю. У меня никогда не было бойфренда. Я не буду этого делать». 6 месяцев я плакала по ночам из-за своего непослушания. Господь в своей милости хотел, чтобы я сказала «нет» этим неправильным отношениям. Для того, чтобы я получила своего чудесного мужа, я могла сделать ужасную ошибку. Поэтому я говорю вам, телезрителям, слушайте Святого Духа. Он живет в вас. Он ваш наставник. Он будет говорить вам. Скажите: «Боже, что насчет этого мужчины? Что насчет этой женщины?» Спросите Бога, и Он проговорит к вам. Я хочу, чтобы вы знали. В конце концов, я послушалась Бога и сказала тому парню, что он не для меня. Мы прекратили отношения. Слава Господу, что я сделала это. Я не знала, что в будущем у меня появится прекрасный человек. Я даже понятия не имела об этом. Я просто пыталась наполнить свой, так сказать, эмоциональный сосуд из-за того, что кто-то обратил на меня внимание. Не сделайте такую ошибку и слушайте Духа Святого. Денис, вы говорили о том, что одна из сторон, на которую нужно обратить внимание, это отношения с другими людьми. И работа, работоспособность, какая-то прилежность. А вот если, допустим, человек влюблен и не замечает, что в его партнере, в его друге, что он, допустим, вспыльчивый. Вот бывают очень вспыльчивые люди. У них реакция на проблему моментально проявляется, они очень резкие. Вот стоит продолжать дружбу с вспыльчивым человеком? Что вы можете сказать по этому поводу? Имеется в виду, что люди встречаются, еще не поженились. Хорошо. Нужно спросить Бога, надо ли вступать в брак с этим человеком. Если вы хотите выйти замуж за человека, который выходит из себя, пока вы еще только встречаетесь, что же будет, когда вы вступите с ним в брак? На самом деле, я была в подобной ситуации в прошлом году. На одной женщине, ей за 30, захотел жениться мужчина. Она заметила, что он вспыльчивый. Но она верила, что все будет хорошо, что все пройдет. Приближалось время свадьбы.
И перед церемонией он просто взорвался. Она никогда в жизни не видела такого неистовства, такой ярости, такого гнева. Она испугалась. И знаете, что она сделала? Отказалась от свадьбы. Она остановила этот процесс. Раз он так легко выходит из себя, то он может что-то сделать с ней и с их будущими детьми. Она отказалась от свадьбы. Когда все-таки человек видит какую-то проблему, то действительно очень важно остановиться вовремя и не сделать этого шага. Я слышала пример, свидетельство одной женщины. Она рассказывала о своей ситуации, когда она познакомилась с молодым человеком, и он был христианином, это было в Америке, и он был христианином, был таким видным, красивым молодым человеком, они стали хорошо дружить, общаться. И она чувствовала, она слышала импульс от Господа: «Остановись». И даже в момент, когда уже она была одета в свадебное платье, она услышала этот голос: «Остановись, не делай этого». Она говорит: «Я подумала, все уже заказано, все уже организовано, как я могу это сделать?» Но это была ее ошибка. Она сама об этом рассказывала. И она говорит: «Когда мы поженились, на следующий же день, после того, как мы поженились, я увидела совершенно другого человека». И это оказался человек, который даже поднимал руку на нее, даже бил ее, унижал, оскорблял, и потом даже стал предавать ее в браке, то есть изменять ей. И она говорит: «Я сделала ошибку, я не послушалась Духа Святого». Дорогие друзья, если вы еще не замужем, если вы еще не женаты, слушайте Духа Святого, слушайте, что Бог говорит в ваше сердце, потому что брак дан Богом один раз с одним человеком на всю жизнь. Второй шанс. Не нужно надеяться на второй шанс. Многие люди сегодня думают, это так нам навязывает это мнение мир, что поженюсь, посмотрю и разойдемся. То есть есть выход, мы разведемся. Но брак – это ценность в глазах Божьих. Брак – это завет. Мне понравилась эта мысль, что это завет не просто с человеком, это завет с Богом. И Бог на брак очень смотрит серьезно. Ну, Денис, возникает еще один вопрос, который я хотела бы вам задать. Многие девушки сегодня, многие женщины хотят выйти замуж. И не так много мужчин вокруг нас в церкви, среди верующих людей. И женщина нас ждет и ждет, когда же придет ее возлюбленный. Вот уже ей 28, ей уже 30, и подруги уже многие вышли замуж. А она ждет. Вот что вы посоветуете для таких сестер? Или, ну, братья реже встречаются такие. Но вот больше как-то сестер в нашем окружении, которые хотят получить ответ на этот вопрос. Что вы посоветуете для таких сестер? Лариса, я на самом деле верю, что им следует продолжать служить в церкви, развивать свои таланты, изучать язык, разумно использовать свое время, а не просто сидеть и мечтать о замужестве. Вам нужно посмотреть на свои мотивы. Почему вы хотите вступить в брак? Вы хотите, чтобы кто-то наполнил вашу жизнь, сделал вас счастливой? Это неправильные мотивы. Вам нужно вступить в брак счастливым человеком, желающим благословить другого. Вот что необходимо. Если вам 30, и вам надо с кем-то уладить отношения, сделайте это. Если вам надо отправиться в поездку, отправляйтесь. Если у вас есть талант, развивайте его. Если есть язык, выучите. Новая работа, займитесь ею. Потому что после того, как вы выйдете замуж, все изменится. Тогда нужно будет уделять внимание супругу. Особенно это касается женщин. Вам нужно будет уделять внимание нуждам мужа. Когда женщина, девушка, сконцентрирована на том, чтобы
все-таки познавать Бога, что-то делать для людей, когда она не концентрируется на вопросе, что «я хочу выйти замуж, я хочу выйти замуж», только об этом думает, только об этом молится. И когда заходят мужчины в зал, она с глазами их обстреливает, кто же из них мой? Она смотрит, есть ли на пальце кольцо. Я думаю, что это тоже как ошибка. Когда женщина концентрируется на божественных вещах, на талантах, как вы сказали, развить свои способности, применить свои дарования, которые Бог вложил среди друзей, среди окружения, она фокусируется на Боге, на достижении других людей, то я просто верю, что в какой-то момент вот этот вопрос будет решен в ее жизни, что придет этот молодой человек, придет ответ, может быть, не молодой уже, если не такой молодой, как, может быть, хотелось бы там в 20-25 лет, а придет человек, достойный ее, за которого она просила Бога, чтобы действительно Бог пришел в ее жизнь. Дорогая Денис, так быстро пролетело наше время, мы уже будем заканчивать передачу, и я прошу, давайте совершим молитву за тех людей, которые ищут партнера, чтобы Бог благословил их, дал им терпение, дал им мудрости. И вовремя все придет. Ответ придет вовремя. И мы будем молиться за вас, дорогие. Пожалуйста, помолитесь, Денис. Хорошо. Отец, я приношу тебе в молитве тех, кто хочет вступить в брак. Это хорошее желание. Это нормальное желание. Но это желание надо отдать в твои руки, на твое усмотрение. Отец, помоги им. Помоги доверять себе в том, что у тебя есть для них хорошие, благие дары. Господь, поддержи их в том, чтобы они развивались, чтобы они развивали себя, чтобы они изучали какой-то язык, изучали Библию, служили, достигали неверующих, помогали людям, чтобы они развивали отношения с Тобой. Если они будут развивать отношения с Тобой, то они смогут больше вложить в свой брак, когда Ты приведешь к ним нужного человека. Больше всего я молюсь о том, чтобы Ты утешил их сердца, чтобы они знали, что Ты не наказываешь их, Ты не хочешь сделать их несчастными, но Ты хочешь, чтобы они возрастали, и у Тебя есть план для каждого. Я знаю, что у Тебя есть план для меня, и я знаю, что до того, как пришло подлинное, был суррогат. Я прошу, чтобы Ты защитил своих детей от неверных решений, чтобы они слушали Твоего Святого Духа, чтобы Он наставлял их на истину и защищал их. Господь, во имя Иисуса, я молюсь за молодых девушек, молюсь за женщин, за мужчин. Господь, чтобы Твоя благодать направила их в их жизни. Господь, чтобы Твое водительство было в их судьбе. И прошу Тебя, Господь, Духом Святым, укрепи их в вере. Укрепи, Господь, потому что Ты приготовил для них то, что предназначено для них. Благослови, чтобы у них было терпение, чтобы была возможность дождаться ответа от Тебя, дождаться благословения во имя Иисуса Христа. Я хочу сказать, дорогие телезрители, если вы находитесь в этом процессе, не беспокойтесь. Слово Божие говорит нам, чтобы мы не беспокоились, не волновались, не замораживались, не концентрировались вот на этой проблеме, а доверили все Господу. Доверяйте Господу, у Господа есть ответ. Придет ваше время, дождитесь. Пусть Господь благословит вас. На этом прощаемся с вами. До свидания, дорогие друзья. Спасибо, Денис, что вы были с нами. И мы прощаемся. Спасибо, что пригласили меня на эту программу. Мне очень понравилось. До свидания.